Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик о проекте и бирже Extons. Как вы видели, я уже неоднократно снимал про данный проект новые ролики, и поэтому сейчас в данном видео я вам расскажу информацию о данной бирже. Заходим по ссылочке в описании. Попадаем, как обычно, на главную страницу биржи Extons. Тут вы уже, я надеюсь, проходили регистрацию. Как ее пройти, я рассказал в прошлом видео. Обязательно загляните и сделайте это. Сегодня, ребята, рассмотрим вот такую информацию о бирже. Вот, смотрите, здесь показано, они дали свой white paper. Вот здесь, если вы заходите в их экосистему, ну, то есть экосистема, вот переведем на русский. Вот, если вы зайдете в их экосистему, здесь на данный момент готово уже, ну, бинарный Absolute Option, про него ролик был, вы можете посмотреть. Вот, и белая бумага, то есть при переходе на белую бумагу, то есть white paper, вы попадаете вот на страницу white paper, где вы можете, соответственно, с проектом ознакомиться. Ссылку на white paper я оставлю в описании обязательно, поэтому вы сможете перейти и сразу же его скачать и посмотреть. То есть об этом долго задерживаться ролик не будет. Вот, ссылочку я вам оставляю в описании. Вот, ребята, здесь они представляют также саппорт. Саппорт — это означает, что здесь вы можете подать свой тикет на, допустим, у вас что-то случилось с выводами или еще с чем-то, то вы обязательно можете послать им стикет, рассказать вашу проблему или почему, допустим, у вас не подходит QIC, то есть верификация и прочие проблемы, ребята. Также для тех, кто уже зарегистрировался, вы когда проходите, да, то вы сначала попадаете не на страницу, где показаны именно ваши кошельки, да, а вы попадаете именно на страницу, где показаны цены криптовалют, то есть цена TONS, вот как видите, ну TONS is option token, то есть цена сейчас его ровно 0.60 центов, то есть цена биткоина, эфириума, как видите, сейчас биткоин и эфириум хорошенько идут в рост, и здесь показан именно сразу реальный курс, который сейчас в эту секунду действует на рынке. Вот, USDT, ну, USDT, понятное дело, что 1 USDT это 1 доллар, я думаю, объяснять это не нужно. TRX, Litecoin и Ripple с Binance, то есть самые большие криптовалюты именно в начале. Потом вы можете нажимать дальше и увидеть еще больше криптовалют. Вот, ребята, а чтобы увидеть именно свои, то есть, ну, средства, которые вы зачислили на бирже, вы можете зайти в мой фонд. Вот, когда вы попадаете в мой фонд, вот, здесь также вот эти криптовалюты, то есть главное, в которых вы можете сделать депозиты. Вот здесь есть TONS, биткоин, эфириум, USDT и прочее. То есть, и вот здесь, допустим, вы хотите задепозитить TONS, вы нажимаете депозит. Я открыл именно вкладку новую. Вот, переводим на русский. И вот здесь, когда выбираете его, да, все, вы видите, что название цепочки TRC20. Видите, вот TONS, адрес депозита, вы его копируете, заливаете теперь именно на него свои TONS, и после чего вы получаете их себе уже на счет биржи, то есть это быстро очень происходит. Здесь также читайте обязательно вот эти строки, потому что здесь написано, что если вы кроме TONS отправите еще какую-то криптовалюту, это просто, ну, приведет к вас ее потере, то есть так делать точно нельзя. Вот, и таким образом вы можете пополнить любую другую криптовалюту, то есть биткоин и остальные. Вот, также видите биткоин и вот адрес биткоина. И также вот написано, что можно и что нельзя. То есть обязательно это читайте, ребята, чтобы не было потом у вас проблем, с которыми вам, к сожалению, не смогут, например, помочь. Потому что если вы отправите другую криптовалюту, то это просто производит потери. Я надеюсь, вам ролик был полезным. Если вам понравилось, поставьте лайк, оставьте крутой комментарий. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи, всем пока.